Всем привет! Вы на канале Кореш24К, и это наша новогодняя история. Мы вернемся на несколько лет назад, когда котята Мурка и Тёма были еще маленькими, и это их был первый Новый год с Валерой. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. В городе Чикен-Сити все готовятся к празднованию Нового года. Одни спешат за продуктами в магазин, другие готовят селедку под шубой. Кругом идет новогодняя распродажа. Ассалам алейкум, брат! Покупай красивый ёлка, самый лучший в этом городе! Сегодня акция, покупаешь ёлка и шаурма идет в подарок! Ого, тогда беру сразу две. Ай, молодец, не пожалеешь! А тем временем в доме Валеры. Тёма, Мурка, завтра Новый год, а мы так и не смогли накопить денег на ёлку. Папа, мы всё понимаем. Ничего страшного, отметим Новый год без ёлки. Главное, что мы вместе. Нет, так дело не пойдёт. Раз купить мы ёлку не можем, тогда я сам пойду за ней в лес. А вы пока побудете одни дома. Но наш лес очень опасный, там много медведей. Не переживай, дочка, я справлюсь. Хорошо, папа, и ты за нас не беспокойся. Мы присмотрим за домом, пока ты ходишь за ёлкой. Не сомневаюсь. Тёма, ты слышал? Ты про грохот на заднем дворе? Да. Давай посмотрим. Да заводись ты, ржавая жестянка. 415-я база, ответьте. Алло. Гектор, ну что там с объектом? Все в порядке, дом никто не охраняет. В нем только двое котят. Я просканировал их подвал. Артефакт находится где-то там. Отлично, возвращайся. Тантас уже тебя ждет с докладом. А я подготовлю пока тебе напарника для осуществления захвата. Все понял, уже вылетаю. Конец связи. Это что, был инопланетянин? Похоже на то. И как я поняла, он собирается вернуться за каким-то артефактом в нашем подвале. Послушай, Мурка, мы не должны допустить инопланетного вторжения в наш дом. И что же ты предлагаешь? Нам надо подготовиться к их приходу и устроить теплый прием. Хорошая идея. Для начала давай спустимся в подвал и выясним, о каком артефакте они говорили. Где-то в межгалактическом пространстве. Чем порадуешь, Гектор? О, великий владыка Тантас, у меня для вас отличные новости. Я нашел местонахождение последнего артефакта. Камень времени лежит в подвале, под одним из домов Чикен-Сити. И никем не охраняется, не считая парочки мелких котят. Ха-ха-ха, это отличные новости. Возьми с собой Кратоса и принесите мне последний камень. Я совсем близок к сборке перчатки бесконечности. Как только последний камень будет установлен, я стану самым могущественным во вселенной. И этот выскочка бог смерти Крюк пожалеет о своих угрозах. Хорошо, босс. Кратос, выдвигаемся. Ого, сколько здесь всего интересного в подвале у Валеры. Посмотри лучше на это. Ух ты, ружье нам точно пригодится. Да, только вот патронов нет. Валера взял их с собой в лес. Тогда используем соль. Ее тут полно. Да тут еще и огнемет есть, к тому же заряженный. Отлично. Смотри, тут еще много мин. А это интересно, что за сейф? Возможно, в нем находится именно тот артефакт, за которым хотят прилететь эти синие чубрики. Давай это проверим. Вау, это точно то, что они ищут. Интересно, откуда он у отца? Скорее всего, привез с собой из Чернобыля. Видишь, какое сильное излучение? Надо бы его перепрятать. Кажется, у меня появилась идея.
это время в лесу. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. О, думаю, эта красавица нам подойдет. А вот это не к добру. Ты посмотри, пруд со всех сторон. Не в этот раз, косолапый, не в этот раз. Валера принесет домой елку, и вы мне не помешаете. Вижу цель. Как договаривались, ты караулишь дымоход, а я входную дверь. Настал твой час. Главное не бояться. Вход в подвал должен быть у них в доме. Заходим через центральную дверь. Там всего лишь дети. С Рождеством, малыши! Мы знаем, что вы дома и что вы одни. Давайте, малыши, открывайте. Дед Мороз пришел с эльфом. Мы вас не обидим. Нет, мы принесли вам хорошие подарки. Будьте умницами, откройте нам дверь. Что с тобой? Что? Ну что с тобой? Сейчас посмотрю сквозь дверь. Привет. Есть! Эти гаденыши вооружены! Все, мое терпение кончилось! Залезаем через дымоход, как это делает настоящий Дед Мороз! Вот теперь-то они не ожидают нашего появления! Ха-ха-ха! Устроим им настоящий сюрприз! Хватит болтать! Давай за мной, недотепа! Счастливого Нового года! Стой, стой, мальчик! Они меня уже бесят! Гектор, ты пахнешь как курочка KFC! Ты себя-то видел? Наггетс ходячий! Стоп, а это что такое? Похоже, это еще один вход в подвал. Мы все это время могли зайти через него. Вот идиоты, и что ты не заходишь? Только после вас. Я что-то не горю желанием быть первым. Ладно, давай заходим вместе на счет три. 1, 2, 3. Да сколько уже можно? Как думаешь, все мины сдетонировали? Очень на это надеюсь. Идем уже. Наконец-то мы в подвале. Ты говорил, источник излучения где-то был здесь. Да, сейчас просканирую. Есть! Он тут! Хватаем его скорее и сваливаем, пока не угодили еще в какие-нибудь ловушки от этих детей! Тантас будет доволен! Повеселились, Тёмка. Ха-ха-ха, да уж, Мурка. Теперь они забудут дорогу к нашему дому навсегда. Это точно. Давай прибираться, пока Валера не вернулся. Господин, мы достали последний камень. Наконец-то он у меня. Моя прелесть. Скоро ты окажешься на своем месте.
и я смогу беспрепятственно владеть всей вселенной. Идиоты! Что вы мне притащили? Моя перчатка! Все разрушено! Мои камни потеряны! Сейчас я вас испепелю! Босс, это все Кратос виноват! Я тут ни при чем! Простите, босс! Это наш первый настоящий Новый год! Знали бы вы, как тяжело досталась мне эта красавица! Папа, тебя атаковали медведи? С тобой все в порядке? Да, дочка, не переживай. Я бывал и не в таких передрягах. А у вас тут все спокойно? Да, папа, ни одна муха не пролетела. Хорошо, давайте тогда начнем наряжать нашу елку. Давайте, мы уже принесли игрушки из подвала. На этом новогодняя история подходит к концу. Надеюсь, она вам понравилась, и вы наградите меня за старание лайком и подпиской. Всем желаю в новом году здоровья и позитива. За позитивом возвращайтесь на мой канал. С вами был Кореш24К. Смотри другие видео на моем канале. И всем пока-пока! Ну что, клоуны, теперь вы будете у меня вместо камней красоваться на перчатке. Ничего вам доверить нельзя.